Приветствую на канале Боллбокс. 21 декабря в Великобритании пройдет отборочный поединок за титул WBO в среднем весе. Поединок между Атлантисом Фоксом и Лиамом Уильямсом. Фокс имеет явное преимущество в антропометрии. 193 рост, 201 см размах рук. А Уильямс обладает среднестатистическими данными. 178 см рост и такой же размах рук. Фокс придерживается неспешной тактики. Все поединки с его участием обладают низкой плотностью боя, все свои бои оскакал на джебе, очень редко от него видишь какие-то комбинации и раздергивания. Также боксер не бьющий, все поединки, которые он закончил досрочно, закончил с бойцами, которые обладают низким профессиональным уровнем. Считая его ленивым боксером, безалаберным, не сразу включается в боевой режим, начинает раунды, расхаживая с опущенными руками. Для боксера очень плохо иметь такие привычки, не быть сконцентрированным каждую секунду боя. Такие погрешности очень тяжело устранить, они отпечатываются на подкорке и могут сыграть злую шутку. И вообще в нем не хватает духа и мотивации. Боксировал с Димитриусом Андраде в конце 2017 года, тогда абсолютно ничего не показал, проиграл бой в одну калитку и после этого не боксировал целый год, дальше в суперсреднем провел 3 боя, держал там победы и последний бой он проводил на Кубе 2 месяца назад, также в суперсреднем весе. Уильямс размеренно проводит поединки, работает первым номером, не против зарубиться. После боя-реванша со Смитом в конце 2017 года провел 5 поединков и во всех 5 одержал победу досрочно. Последний поединок был у него в июле. Боксировал он с соперником Лемье. Лемье тот бой довел до судейских записок, а ему понадобилось 2 раунда для того, чтобы оформить уверенный нокаут. Также не забываем, где будет проходить данный поединок. Итак, я думаю, поединок продлится всю дистанцию, ввиду того, что Фокс не будет поддерживать плотность боя. И Уильямс заберет уверенную победу по очкам у себя дома. Также я подумывал о ничьей, которая, вероятно, ввиду того, что у Фокса длинные руки и частенько пробивает джеб и может держать на джебе соперника долгое время. Но такой исход маловероятен, и я все-таки поставлю на британца незначительную сумму. Делитесь своими мнениями в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!